Добрый вечер на нашем телеканале «Время новостей» и я, Евгений Нефанов. Смотрите сейчас. Долгожданный плей-офф. Сейчас мы хотим сказать: идите и бейтесь. Что ждет «Авангард»? Круглый юбилей. И правнуки, и праправ. Я уже перестала считать. Как встречают 100 лет. Туристическая зима. Как дела? Хочешь на Аляску? Как развлекаются горожане? Ну и начнем со спорта. Хоккейный клуб «Авангард» сегодня вечером начинает серию матчей плей-офф. Ну а вот и соперник – это чемпион страны Казанский Акбарс. С ним «Авангард» встречался в текущем сезоне дважды. В Балашихе победил по буллитам 2-1, а в Казани проиграл в овертайме 3-4. Барсы говорят о ястребах уважительно, традиционными фразами, мол, команда хорошая, играют интересно. В североамериканском стиле. Здесь просто нужно быть готовыми к этой игре, настроиться хорошо ментально, настроиться, подготовить свою голову и выходить на каждую игру, значит, постараться выиграть. В свою очередь, главный тренер «Авангарда» Боб Хартли назвал «Акбарс» достойным соперником и напомнил, что команда собралась, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Вот такой мотивирующий клип подготовили в клубе для хоккеистов. Тут и историческая победа 2004-м, и талантливые игроки из школы, и болельщики как в Балашихе, так и в разных городах России и зарубежья, и даже обращение жен хоккеистов. Получилось необычно, и вот фрагмент. Я вижу, как ты каждый день приходишь домой после тренировок. We see how much energy you put into the team. Неважно, как заканчивается игра. Ты для нас всегда победитель. Мы знаем, что на льду ты выкладываешься на все 100%. У вас в этом году вся команда такая. You are our support, our wall. Но сейчас мы хотим сказать: идите и бейтесь. And after this journey, you guys can say we fought hard and we did everything we could. Oh, we're already proud of you. Сделайте так, чтобы вами гордился весь Омск. Сделайте это! Вы по праву можете вписать свои имена в историю. Так сделайте это прямо здесь и сейчас. Авангард чемпион! А будут ли следить за матчами в Омске? Будет ли это как раньше? Или после переезда в Балашиху интерес к «Авангарду» поутих? Наш опрос. На арену Омск ходили раньше? Да. Сожалеете, что «Авангарда» да. нет да. в Омске? Да. Как-то это на вашем болении отражается? Да. Что изменилось? Ну как на болении? То ли здесь играть, то ли в Москве. Это совершенно разные вещи. То ли смотреть хоккей, как говорится, то ли по телевизору. Это разница большая очень. А вы сейчас смотрите по телевизору? Конечно, конечно. А что делать? А матчи поздно. Ну, что делать? Что делать? Не досыпаете? Ну, что сделать? Будем ждать, может, реконструкцию какую-то сделать. Ваш прогноз, «Авангард» пройдет, Акбарс? Да, я думаю, да. У меня ребенок смотрит. Поздно ночью? Нет, поздно ночью не смотрит, ему в школу надо. Матчи начинаются 10:30 вечера. Если на выходные, то смотрит, а если нет, то спит. Сегодня плей-офф начинается, вы в курсе? Нет. За «Авангард» не болеете? Нет, я не имею. По телевизору смотрите матчи или просто результат узнаете? По телевизору смотрю. Поздно же идут матчи. Все равно смотрите? Смотрим, конечно. Знаете, с кем «Авангард» будет в плей-офф играть? Конечно, с «Акбарс». Пройдут? Надеюсь. Я не совсем фанат хоккея. Результаты узнаете или матч прямо смотрите? Результаты узнаю. У меня родители смотрят хоккей регулярно, поэтому... Ну, по ночам практически, да? Ну да. По крикам я понимаю, хорошо все или плохо. Вы знаете, с кем «Авангард» в плей-офф будет играть? Нет. С «Акбарсом». Думаете, пройдет? Ну, должны. По ночам смотрите трансляции, да? Да. Ничего страшного. И как вы думаете, «Авангард» пройдет в плей-офф, «Акбарс»? Ну, не знаю, сегодня будем болеть, послезавтра будем болеть. Надеюсь, что пройдем. Как бы, пускай он в Балашихе играет, ну, что там пока базируется, это ж пока базируется. Уже там новости читаем, знаем, что они должны вернуться в 2023 году. За «Авангард» болеете? Ваши семьи болеют за «Авангард»? Нет, мы хоккеем не увлекаемся. Болеете? Да. За результатами следите или прямо матч смотрите? Ну, за результатом сижу. Ну, возможности не всегда матч есть. Поздно, да, идет матч? Ну, да. Ну и дела там, учеба, все дела. Я хоккеем вообще не увлекаюсь. Не интересен хоккей? Нет.
Зато почти всем наверняка интересно, а какие зарплаты у хоккеистов. А вот они. Издание «Спортэкспресс» опубликовало наиболее высокие оклады. Самым обеспеченным в нынешнем составе «Авангарда» оказался защитник Коди Франсон. 90 миллионов рублей за сезон. 85 миллионов у травмированного и весь сезон лечившегося вратаря Кари Рама. У ведущих российских игроков Алексея Емелина, Кирилла Петрова и Сергея Широкова 80 миллионов за сезон. Это зарплаты без учета бонусов. На пятерых почти 420 миллионов. Все познается в сравнении, и для примера, это сумма, которая требуется мэрии, чтобы осветить проблемные участки в городе. Такова стоимость требующихся линий наружного освещения, по данным на октябрь прошлого года. Ну, не до хоккея сегодня в семье Пановых, хоть это и хоккейная для Омска фамилия, это наставник омских ястребов Юрий Панов. Так вот, в семье Пановых большой юбилей. 100 лет отмечает Мария Николаевна. У нее четверо детей, 8 внуков и 12 правнуков. Поздравить долгожительницу сегодня отправились Денис Ионос и Максим Баринов. Все слова и поздравления в их сюжете без комментариев. Мы пионеры, страны наши дети. Нет никого нас счастливее на свете, чтобы сегодня быть с вами опять. Мы Марию Николаевну пришли поздравлять. То есть, несмотря на ее возраст, у нее все в порядке с мозгами. Она, у нее память лучше, чем у всем. У всех у нас вместе взятых. Мы часто забываем какие-то даты в нашей семье, дни рождения родственников, имена. Мы все спрашиваем у нее, она тут же вот так вот на раз отвечает. Мы берем какой-то старый альбом, я помню, был день рождения, мы смотрели, а это кто это? Мы все у бабушки спрашиваем, она все знает всегда. Вот. И у нее удивительное чувство юмора, она иногда такие вещи выдает, что мы просто все падаем со смеху. Ой, полно всяких. И правнуки, и праправнуки. Я уже перестала считать. Считаю. То ли всех собрала, то ли кто остался. А у меня своих четверо детей, 8 внуков. Это от 8 внуков там целошка морда. Бабулечка. Это ты? Такой ты была 50 лет. Ты такая же. Хорошо. Ну а что сегодня главное в соцсетях? Ужасающими снимками поделился один из амичей. Живодеры нанизали кота на забор. Когда погибло животное, неизвестно, но у жителей левого берега такой поступок вызвал шок. Свидетелями неприятного зрелища стали и дети, которые играли во дворе. По словам автора публикации, страшную находку он обнаружил по улице 70 лет октября. Тем временем улицу Коммунальную залило горячей водой. В гаражах смотровые ямы полностью затопило. Видео с места происшествия выложили местные жители и пожаловались на бездействие коммунальных служб. По словам авторов поста, работы на порыве тепловая компания начала только сегодня утром, спустя почти сутки после аварии. Отличились и городские супермаркеты. В Инстаграме гуляют фотографии рыбы, зараженной паразитами. Такую скумбрию и горбушу жительница Омска купила в рыбном магазине. Другие пользователи беспокойства не разделили, а посмеялись. Мол, при хорошей термической обработке ничего страшного не случится. К слову, это не первая подобная жалоба на страницах омских пабликов. 8-летний амич попал в число российских рекордсменов по быстрому устному счету. Захар Герман показал лучший результат в категории «Счет 100 четырехзначных чисел по теме просто». Сложность этой номинации состоит в том, что параллельно с вычислительными действиями дети должны были прочитать наизусть стихотворение Пушкина. На вычисление одного арифметического действия у омского математика ушло 0,3 секунды. Необычная форма полыньи на Иртыше привлекла внимание омских фотографов. По форме она с одной стороны напоминает ножки рамбит, с другой – стрелку, указывающую направление. Фотография за пару часов разлетелась по страницам крупных городских пабликов в соцсетях и набрала много забавных комментариев. Один из них – стрелка показывает направление, по которому можно покинуть Омск. Продолжаем следить за самыми обсуждаемыми темами вместе с пользователями.
К другим темам. В школах Омска начались уроки цифры. Это всероссийский общеобразовательный проект. На занятиях детям рассказывают об искусственном интеллекте и машинном обучении. Как все прошло в лицее номер 64, расскажет Ксения Бессараб. Обучить робота работе в зоопарке совсем не сложно. Главное – правильно ответить на вопросы системы. Тогда алгоритм не будет содержать ошибок. Екатерина собирается учиться на архитектора. Урок по программированию пришелся кстати. Архитектура, она также связана с компьютерной деятельностью, потому что сейчас очень, достаточно полезны архитекторы, которые разрабатывают проекты на компьютерах, то есть именно сами схемы. Вот поэтому программирование в любом случае понадобится. То есть тебе и эстетически было приятно заниматься? Да, мне было приятно заниматься, потому что, опять же таки, я повторюсь, был хороший дизайн, плюс достаточно быстрая программа, и, в принципе, общее впечатление очень хорошее от урока. Мечты Софии связаны с лечебным делом, однако девочка считает, что и врачам стоит всегда развиваться в других жизненных сферах. Я хочу стать врачом, и я не думаю, что там очень сильно будут нужны информатика и геометрия, но я считаю, что они полезны для развития кругозора, и мне это нравится, и это как хобби, можно так сказать. Как твой кругозор развился сегодня после урока? Я узнала, что такое искусственный интеллект, и как его применять, и как он помогает нам в жизни, и то, что он практически везде вокруг нас находится. Будь то калькулятор или мобильный телефон, практически вся современная техника имеет определенную программу и набор опций. Министерство образования уверены, школьники должны представлять себе, как работает искусственный интеллект, что такое нейросети и как обеспечить безопасность в интернете. С первого раза все дело? К сожалению, нет. У нас произошла пара ошибок на тестах, и мы были вынуждены вернуться к началу и проверить все до конца. Но ты не расстраиваешься все равно? Конечно, нет. Это наоборот к лучшему. Такой урок информатики весьма необычен, считает преподаватель Надежда Лопухина. Дети сами смогли создать робота и получить навык разработчика. Дети были непосредственно выступали как разработчики искусственного интеллекта. Им нужно было научить робота соотносить объекты, распределять их по признакам, составить алгоритм, чтобы робот понимал, к какому животному в вольер потом перемещаться и чем кормить. Вот, то есть они попробовали себя как специалисты уже непосредственно. Этим интересен урок. Уроки цифры пройдут во всех школах региона до конца этой недели. Ксения Бессараб, Максим Баринов, Антенна 7. Вы смотрите новости. Чем заниматься в Омске зимой? Играть в кёрлинг, как шотландцы кататься на сноуборде, как американцы, ездить на собачьих упряжках, как на Чукотке, ходить по горам, как в Альпах, и наслаждаться традиционными вафлями и глинтвейном, как в Германии. Зимние забавы народов мира представили на Турфесте 2019. Анна Рыбина и Максим Баринов побывали буквально в кругосветке в это воскресенье. Щенячий восторг от одного только вида снега. Пожалуй, никто так не радуется зиме, как сибирские хаски, аляскинские маламуты и их хозяева. Зимой, да, нам очень хорошо. Летом, конечно, жарко, потому что, то есть у них шуба-то тоже хорошая такая, набивная. Все равно стараемся, чтобы не перегревать, охлаждаем собачек летом, что там пузико намочить, там лапки. Вообще-то ездовые собаки сейчас делают деньги на фэшн-бизнесе. За красивые глаза и невероятный окрас их постоянно зовут на фотосессии. Это ураган. Годовалый щенок уже не раз снимался для глянца. Как дела? Хочешь на Аляску? Рядом с Аляской – Шотландия. На карте Турфеста 2019 возможно и такое. В этой стране зимой катают камни по льду. Забава родилась еще в 16 веке. Поехали? Да. Поехали. Слип! Слип! Давай, 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 давай! Слип! Впрочем, а мячам кёрлинг до сих пор в новинку. По телеку, конечно, видели, но сами играли единицы. Шанс попробовать все был у гостей Турфеста. Многие, например, первый раз примерили сноуборд. Спорт родом из Мичигана, средний запад США, отлично подходит для приртышья. Гор у нас нет, искусственные склоны слишком короткие для лыж, а вот доска самое то. Освоил стойки и прыгать по фигурам. Когда я сам начинал кататься, было очень мало людей, кто катались на досках. И вообще, в принципе, знали, были знакомы с этим видом спорта. То с каждым годом идет тенденция развития. Даже сейчас на горе у нас в Омске, это на ТЭЦ-5,
Вы приезжаете и видите, что в основном люди катаются на досках. Лазить по отвесным скалам без, собственно, скал учат на следующей станции. Между русских березок организаторы натянули веревочный парк. Обвязки, карабины, инструктаж и нет отбоя от желающих покорить свою первую высоту. Интерес больше у детей, наверное, до 14 лет. Отбоя нет, только успеваем обвязки снимать, одевать, передохнуть, некогда и погреться тоже. Ну и рад, станция пользуется успехом, это самое главное. Успехом у всех народов зимой неизменно пользуются эстафеты. Они помогают быстро согреться. Тащим, время идет. А также вкусная выпечка, горячий чай и пляски с медведями, которые в России, как известно, по улицам ходят. Кучерявый, как баран, никуда его не дену, не зарежу, не продам. Анна Рыбина, Максим Баринов, Антенна 7. 300 омских лыжников стартовали в забеге «Спорт во благо», чтобы собрать деньги на поддержку детей с синдромом Дауна. Репортаж Любови Федоровой. На лыжной базе предстартовая суета. Внимание прохожих привлекают яркие флаги. Организаторы регистрируют участников и рассказывают маршрут. В соревнованиях хомячи участвуют целыми семьями. Дистанция для спортсменов разная – 500 метров для самых маленьких и 5 километров для уверенных лыжников. Ксения и Татьяна в лыжном спорте с начала этой зимы. Чтобы им нравилось, во-первых. Главное – желание. Если есть желание, есть и какие-то победы. Ну, настрой хороший. Я настроена на победу. А ты давно занимаешься лыжами? Первый год. Ну, расскажи, тебе нравится этот спорт? Мне нравится на лыжах кататься и кататься на коньках. Жажда победы и боевой настрой помогли юной участнице легко преодолеть дистанцию в 1 километр. Год тренировок на лыжной трассе не прошел зря. Ксения вышла победительницей среди маленьких участников лыжной гонки. Поддерживают ребят родители, бабушки и дедушки. Сегодня они в рядах болельщиков. Мы вообще с детства в лыжном спорте. Всех приобщили, детей, внуков. Вот, все хорошо у нас с лыжами. Дружим. С лыжами дружим, внуки приняли эстафету. Благотворительная лыжная гонка прошла в Омске в 6-й раз. Но в этом году участие в забеге приняло вдвое больше омичей, чем раньше. Добрая половина лыжников – омские пожарные и спасатели. Хорошая физическая подготовка для них – необходимость в повседневной работе. Да и делать добрые дела им не привыкать. Данная лыжная база, она всегда помогает. Мы и свои соревнования, и занятия по физической подготовке проводим на этой базе. Здесь действительно имеется достаточное количество инвентаря, и условий, и трасса хорошая, удобная. Для себя катаемся, не для результатов. Мы решили поддержать благотворительную акцию. Всегда участвуем и с детьми, на лыжне России были, вот недавно проводили. И постоянно здоровый образ жизни. Рекомендую всем вести. Организатор лыжной гонки – общественная организация «Планета друзей». Чтобы стать участником, нужно было сделать небольшой благотворительный взнос. Но несмотря на то, что соревнования носят благотворительный характер, без победителей и медалей не обошлось. Победителей есть всегда, и причем достаточно много победителей в разных номинациях, в разных дистанциях. И девочки, и мальчики, и все по отдельности. Всего на старт вышли 234 человека. Каждый взрослый сделал благотворительный взнос от 100 до 200 рублей. Все собранные деньги пойдут на поддержку детей с особенностями развития. Любовь Федорова и Максим Баринов, Антенна 7. И еще о профессиональном спорте. Омский боец ММА Петр Ян одержал 4-ю победу к ряду в сильнейшей лиге мира UFC. Рывок в элиту сибиряк сделал на турнире Fight Night 145, который прошел в Праге. Наш боец сразился с одним из опытных спортсменов в легчайшем весе, американцем Джоном Додсоном. Уже со старта Петр Ян захватил центр октагона, зажал соперника из США у края сетки и обрушил на него град ударов. Наш боец продемонстрировал отличную технику. Ярко атаковал в стойке, активно действовал в клинче, а в третьем периоде доминировал в борьбе. Выиграл единогласным решением судей со счетом 30-27. Важная победа повысила рейтинг нашего спортсмена. Петр Ян уже в десятке сильнейших в своем дивизионе. Мы уже анонсировали хоккейные матчи «Авангарда» и «Акбарса» с лидером чемпионата. Причем тоже из Казани сыграли два матча и баскетболистки «Нефтяника», комментирует Владимир Истомин. Динамичное начало первого матча, скоростные атаки, обмен точными бросками, рывок баскетболиста Казаночки, трехочковый Яны Поневиной, смелый проход, а затем меткий бросок из-за дуги Марины Шевелевой. Казанская команда начала уходить в отрыв 9-19.
Главный тренер «Нефтяника» Елена Лазуткина мгновенно провела замены. Они оказались успешными. Два трехочковых броска Татьяны Казаковой под занавес первой четверти. Разрыв сократился. 17-22. Я попробовала сегодня играть от прохода, не боялась контакта, старалась идти обыгрывать, старалась смотреть не только свои броски, но и скидки. Активная работа тренеров, важные указания, подсказки. «Нефтяник» продолжил погоню. Хорошая комбинация и гол Надежды Матросовой, отличный проход Татьяны Казаковой, плотная защита, стремительные атаки. «Нефтяник» сравнял счет 28-28, затем вышел вперед. 44-36. Стали играть в раненом, реально в быстрый переход. То есть мы заканчивали двойкой, плюс подобрали мячи, убежали в отрыв. Жесткий спор в третьей четверти. Казанские баскетболистки нашли силы повысить темп. Команда из Татарстана применила высокий прессинг, цепкая игра на ногах, напряженное соперничество, красивые голы. Эффектный перехват нападающей «Нефтяника» Ксении Чинаевой. Классный бросок центровой казанской команды Яны Котовой. «Нефтяник» вел в счете, но разрыв сократился до минимума – 59-58. Третью четверть начинали с расчетом, что счет 0-0, начинаем игру заново, не смотрели на счет. Но наши ошибки, несколько наших ошибок, и соперник перехватил мяч, и за 2 минуты они уже нас догнали. Четвертый период – решающие минуты матча. Ключевой момент ярко сыграли лидеры «Казаночки» – разыгрывающая Ксения Кунакова и нападающая Марина Шевелева. Финты на входе в штрафную, быстрая передача, точные броски, мощный порыв, серия результативных атак. Казанская команда выиграла первый матч со счетом 84-69. Сказали просто, нам надо быстрее бежать, лучше защищаться и, наконец, забить из-под кольца, и все получится. Другой сценарий во втором поединке команд. Наши баскетболистки провели работу над ошибками, удивили соперниц мощным стартом. 5 трехочковых к ряду в первой четверти, жесткая надежная игра в обороне во втором периоде, 60-47 в пользу «Нефтяника» на финише третьего. Грамотная, рациональная игра в заключительной части матча, отличная поддержка болельщиков. Во втором матче «Нефтяник» взял реванш. 73-67. Понравилось напорство наших девочек, что они упорно боролись. Видно было так, самоотверженность, дали хороший бой. Ну, конечно, понервничали мы на этой игре, очень переживали, но... В защите хорошо поработали. Видно, что старались, видно, что хотели победить. Два следующих матча домашней серии «Нефтяник» сыграет 26 и 27 февраля. Наши баскетболистки сразятся с клубом «Политех» из Самары. Владимир Стомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7. К этому часу все. До встречи. Санаторий «Центры Союз» в Белокурихе. Специализированные лечебные программы, просторные номера с индивидуальным дизайном, вкусное и полезное санаторное питание. Город Белокуриха, Славского, 45. Бесплатный звонок по России 8 800 100 09 75. Встречайте! Грандиозный проект «Петр Дранга» в сопровождении оркестра. Новая программа 4 марта на сцене филармонии.